Обменять елку на конфеты. Около 20 тысяч одесситов уже успели воспользоваться такой возможностью. Большинство участников акции – жители спальных районов. В департаменте городского хозяйства отметили, что если желающих сдать деревья не станет меньше, акцию могут продлить и в феврале. Сейчас в Одессе работают 67 пунктов. В двух из них на маршала Жукова и Вильямса были проблемы с выдачей конфет. Но чиновники уверяют, что все уже исправили. Собранным елкам, по данным мэрии, нашли полезное применение. Два раза в неделю производится вывоз собранных уже использованных елок на специальную площадку коммунального предприятия «Горзелентрест», где эти елки передрабливаются, приводятся в состояние либо мульчи, которые используются затем для подкормки растений и нашего питомника в Александровке, либо используются для удобрений.